Всем привет! Уже стало известно, что начались съемки второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Всего запланировано 60 серий, длительность каждой 45 минут. Если вы планируете смотреть новый сезон, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Стало известно, что Никита Волков покинул проект, и на роль Сергея Градского выбрали другого актера. Им стал Кирилл Децевич. А виной всему конфликт и другие трудности, которые возникли в момент съемок первого сезона. Также известно, что произошла замена режиссера. Премьера второго сезона состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах «Премьер» и «ОКО». После последних событий, показанных нам в первом сезоне, пройдет несколько месяцев, то есть будет небольшой временной скачок. А вы как считаете, замена главного героя положительно повлияет на сериал или наоборот? Напишите свое мнение в комментариях. Премьера второго сезона состоится не ранее весны 2025 года. Если вы не хотите пропустить точную дату выхода второго сезона, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.